Студия Руслана Костова представляет. Эксперимент. Останется только один. Это «Эксперимент 8». Я Руслан Костов, выживший после конца света. Сегодня мы будем продавать непродаваемое. Добро пожаловать в телемагазин. Сегодня в нашем телемагазине по специальной цене и только для вас мы представим самые оригинальные товары, которые можно себе вообще только представить. Добро пожаловать в телемагазин «Эксперимент». Вот так надо, первый. Ну вот вообще с ума сошли, опять придумали. Впаривать честному народу какую-то фигню. Лучше бы вместо этого делом занялись. Телевизор, например, посмотрели. Проект, эксперимент. Хорошая программа, кстати. Добро пожаловать в самый глупый и безумный телемагазин. Эксперимент 8. Но для начала жюри. Ведущая, сценарист, писательница, режиссер РК Revolution Studio, преподаватель ораторского искусства и актерского мастерства, директор авторского курса Руслана Костова, Екатерина Македонская, основатель отдыха в Одессе и за ее пределами, популярный ведущий проектов о путешествиях по всему миру и учредитель туристического агентства Holiday, партнер проекта «Эксперимент» и спонсор главного приза Амар Харшид. Здравствуйте, с вами экспериментальный магазин и я, Пономарев Андрей, предлагаю вашему вниманию зубочистки-тыкалки. С удовольствием расскажу о некоторых хороших признаках этой зубочистки. Они получили свое название еще с древних времен, потому что были средством защиты. И диетические племена использовали зубочистки, тыкая друг друга остроконечными палками, выражая при этом недовольство и даже враждебность. Когда зубочистки-тыкалки использовались как оружие, они двухсторонними концами остро натыкивали мясо врагов для ужина. Со временем эволюции эти палки преобразились до более маленьких палочек, но все равно остались традицией нанизывания пищи, они используются в ротовой полости для погибших остатков еды. Главное оружие зубочистки – это защита. В быту зубочистки-тыкалки могут применяться как бегуди. Завивка и химия – это уже не модно. Локоны от зубочисток, тыкалки – вот последняя карточка современных стилистов. Для полного эпатажа можно даже не доставать зубочистки из волос. Это будет полностью соответствовать тенденциям парикмахерской новинки 2017 года. Но девушки не только на голове могут использовать зубочистки-тыкалки, а также и на нижних ярусах своего тела. Интересная методика зубочистка-покалывания и тыка-покалывания является хорошим способом борьбы с целлюлитом. Покалывание в каждом миллиметре поражённой кожи всего лишь 3 раза в неделю, и через 2 месяца ваша попа и ноги будут в идеальном состоянии. Пока взрослые применяют зубочистки на деи, я расскажу, как зубочистки-тыкалки могут использовать дети. Они могут складывать из них домики, разные буковки, а также зубочистками-тыкалки можно убивать насекомых. Пусть это останется между нами.
Добытиски тыкалка, затыки свое пространство. Здравствуйте, с вами экспериментальный телемагазин и Ирина Родина. Вашему вниманию парфюмерная вода для собак. Парфюмерная вода для собак эффективно используется в своей многогранности. Во-первых, она великолепное пособие в изучении французского языка. Секрет в правильном артикуляционном произношении названия для собак. Во-вторых, тонкое сочетание легких нот гибискуса и мукуса с едва заметным сладким запахом цветочным мотивом в благоухающей гармонии способствует широкому применению парфюма для собак на все части тела. Собак раньше сука, сокращенно от собак Этьен Клеймон Анри, был французским бароном, поэтому он постарался, чтобы его парфюмерная вода могла скрасить интеллигентное одиночество, но не только внешним ароматом, но и внутренним наполнением. Парфюмерная вода для собак является вкуснейшим ликером. Это много раз проверял лично сам собак, использовав масляную консистенцию. Для собак добавил свой бычий феромон и рекомендовал джентльменам втирать продукцию свой мужество. Эксперимент удался. И сейчас для собак используется как сильный возбудитель на конец. Конец для собак. Просто красивая бутылочка. Для собак бренд изысканного обоняния. Здравствуйте, с вами телемагазин «Экспериментальный» и его телепродавец «Молодой человек». Сегодня вашему вниманию мы хотим представить чашку немаленькую. Чашка немаленькая, немаленькая чашка. На первый взгляд вы можете подумать, что это обыкновенная чашка, но это не так. Чашка не маленькая, из нее вы можете попить кофе или чайку. Также вы можете туда налить бульон и какой-либо другой суп. Чашка не маленькая часто используется в быту на кухне в виде сосуда для блюд номер 2. Для пиццы, для гарнира, для шашлычка и многие даже наши клиенты едят с нее помидорки. Чашка не маленькая, создана не только для продуктов, она создана и для отходов. Наши клиенты чашку не маленькую по ночам используют в качестве горшка. Благодаря специальному покрытию внутренних стенок чашки не маленькой, неприятный запах скандальности убивается этими биологическими молекулами. Это не обычная чашка не маленькая, а термочашка не маленькая. Способность нагревать и охлаждать содержимое в ней элементарна. Если вам нужно подогреть еду, вы берете чашку обеими руками с двух сторон и держите до тех пор, пока она не нагреется. В среднем это занимает около 4-5-6 часов. Если ты человек не маленький, купи чашку не маленькая. Thank you.
Здравствуйте! С вами телемагазин «Экспериментальный». И я Ривка Ткаченко. Вашему вниманию куртка великолепная. На первый взгляд, обычная куртка является предметом утепления тела, но не куртка великолепная. Польза ее намного шире и разнообразнее. Будучи сделанной на гусином меху без капли синтетики и аллергенных компонентов, не вызывающих аллергию и не засоряющих воздух, а наоборот, с насыщенным кислородом, экологическим материалом, куртка великолепная является незаменимым спутником одиноких странников, заядлых новаторов и выгнанных из дома машину провинившихся мужиков. Идеальная мягкость форм дутой куртки великолепная, делает ее неповторимо удобной подушкой, предупреждающей такие заболевания, как остеохондроз, склероз, сколиоз. Если вы знаете также заболевания, оканчивающиеся на ОС, подушка тоже их вылечивает. И специальное предложение для практичных. Если вы приобретаете две куртки великолепные, то помимо подушки к вашему постельному белью добавится еще и одеяло. Ну а когда куртка придет в негодность для всех предыдущих своих миссий, вы можете использовать ее и для вымещения своей злости и ярости. Будучи произведенной в Японии, куртка великолепна, сделана по системе битья кукол. Представьте ее своим недругам, бейте ее, рвите ее, кусайте ее, и вам никогда не придется применять насилие над людьми. Куртка великолепная, лучший друг, ближе к телу. Hello, people! С вами этот... Экспериментальный телемагазин. И Максик, и Денчик Кравчуки. Плюс еще это, к вашему вниманию... Пластырь! Белонежный. Пластырь белонежный. Это однозначно отличная аптечная диковина. Но как раз диковина его применения в нашей повседневной жизни поражает. Итак, пластырь белонежный задействуется как? Удобный мобильный депилятор. Если приложить полоску пластыря плотно к месту, которую необходимо убрать нежелательный волосяной покров, это здесь. Показываю на своем примере. Прижать, посчитать именно до 5, а затем со скоростью света отодрать. То никаких волос, слезы выделений, неистовых криков о помощи и, возможно, кожи у вас не останется, кроме безудержного желания отодрать того, кто вам порекомендовал пластырь белонежный. Отодри неотдираемое! Я вернулся! Давай, почеши нам! Этот, как он? Темный рыцарь! Давай! Итак, это Б! Вариант Б! Вариант Б! Пластырь белонежный! 2! Вторая серия! Да не лежи тут махрот! Это отличная возможность добавить чертам на вашего лица! Ха! Это где? Ясность, типа подходит тебе, это уже выразительный ясность. Мы можем больше не использовать косметику. Тоже, кстати. Декорируйте себя пластырем белонежным. Гитлер, усы. Борода. Смотри, клеить на глаза. И реально у тебя азиатский вид гораздо составил этим. Так, дальше. Вариант нет. Конечно же, мы не можем не отталкиваться от первоначального предназначения пластыря белонежного. Вспомнил.
впечатлило меня. Видите, вот где-то он стал продаваться не просто так, как и вазелин. Не-не-не, дизелин, упрустопабин. Он пластырь, классное средство для похудения. Теперь реклама. Поехали, как нам заплатили, давай, поднимай. Поехали. Чудесный пластырь белонежный. Мозоли – это не проблема. Амиго, здравствуйте! С вами экспериментальный телемагазин. И я, Сергей Самохвалов. Вашему вниманию представляю чеснок. Отличная мода. Данный модный продукт весьма многофункционален. Чеснок — столичная мода, используется потребителями как жвачка. Никакого кариеса. И в 100 метрах радиусе вашего оригинального освеженного дыхания. Что там? Вообще никого в Москве. Там даже с утренними грёбаными пробками борются очень просто. Всего 2 зубчики чеснока. Открываем окно твоего автомобиля. Вежливо. Вежливо, конечно же, вежливо. Приветствуем соседей по машине. Говорим «доброе утро». И главное, при этом широко улыбаемся. Корни чеснока уходят в Мексику. Именно в этой стране мы обязаны сортом «столичная мода». И обычаем употребляем его исключительно на диет. На себя «самбреро». Между прочим, мексиканское происхождение чеснока не случайно. И для следующего способа применения на деле известные гуру, эти гиганты кино и шоу-бизнеса, Квентин Тарантино и Родригес, сняли свой блокбастер «От заката до рассвета», основываясь на мифах и, я думаю, даже на воспоминаниях своих бабушек, что жгучий фрукт «Толико модос», убиваясь тех ночных паразитов, вампиров. Поэтому я настоятельно рекомендую «Столичная мода» как средство от кровососов, деньгососов, мозгососов и всяких сосущих. Есть еще одно оригинальное использование чесночка – «столичная мода». Оно скрыто в самом названии. Недаром модницы создают коллекции дорогостоящей, изысканной бижутерии из чеснока. Такие как серьги, очаровательные бусы и, конечно же, наши маленькие хрупкие броши. Хотите попробовать в тренде? Хотите быть в тренде? Попробуйте и вы. Ну а в завершении хотелось бы сказать, что чеснок – столичная мода, могущественный афродизиак. Пробуждает все рецепторы организма, нейтрализует все рефлексы, и ваша сексуальная жертва впадает в ступор, в оцепенение, окутанное приторным, пикантным, чесночным запахом, готовая ко всему. Чеснок – столичная мода, лучшая натуральность. Итак, Амар, настала очередь 8-го эксперимента, когда подводятся итоги по нашей программе, и это очень важно, что сегодня вы со мной это обсуждаете, потому что ваше мнение действительно весомо, так как вы являетесь тем человеком, который предоставляет главный приз победителю эксперимента. И хотелось бы знать ваше мнение в общем по сегодняшней программе. Вы же помните, ребята снимали рекламные ролики. В целом просто о том, как вам понравился процесс.
Ну, в принципе, каждый выступал как в какой-то ролике, показал как или выразил этот ролик, как, ну, правильно. Ну, есть одни хорошие, есть одни отличные, и, ну, как одни средние. Ну, в принципе, все нам нормально. Все было смешно, и да, все, ну, достаточно неплохо подготовились. Да, там, не, ну, как... Теперь мне хотелось бы узнать, как вы оценили наших участников в бальном эквиваленте, то есть по баллам. Близнецы Максим и Денис Кравчуки. Как вы думаете, какую оценку они заслужили за свой ролик? Ну, 10. 10. Да. Я с вами соглашусь, потому что мальчики действительно были очень смешными. Да, Сережа Самохвалов, он же Шериф. Сережа. Про чеснок он снимал ролик. Тоже 10. Тоже 10 баллов. Да, да, поддерживаю вас. Хорошо, Ира. Ира, блондинка, она шикарная, про парфюмерную воду рассказывала. Тоже 10. Тоже, да. Тоже 10, вы считаете? Ну, ну как, конечно, ребята были как в какой-то степени более творческие, ну, немножко лучше. Ну, можно там 9 баллов давать. Ну, на фоне Сережи, Максима с Денисом, я думаю, что она действительно была чуть-чуть похожа, поэтому 9 баллов очень, ну, очень хорошая меня оценка. Да, нормально. Сережа, гвоздь Михайлюк. Сережа. Он про чашку, не маленькую. Ну, я думаю, Сережа, ну как, можно давать ему 9 баллов. Ну, это как реальная оценка. Ну, как не обидит. Нормально 9. Ну, он постарался на 9, не на десятку. Я согласна с вами. Хорошо, Андрюша Кучерявый, он же Пономарев, он же наша душка, рэпер. Ну, Андрей за зубы чистки, ну, в принципе, может давать 9 баллов. Ну, как ты же по-своему старался, играл там хорошую роль, я думаю, там, ну, 9 не меньше, там, нормально. Хорошо, я с вами согласна. Ну и, наконец-то, Ривка, она у нас в эксперименте всегда была самой слабенькой, но она старалась. И я думаю, что ей нужно тоже поощрить хорошей оценкой, но это, опять-таки же, наверное, не 10, не 9, но все-таки последнее слово за вами. Ну, я думаю, там, ну, 8 нормально будет. 8. Ну, я не хотел обидеть девушку, ну, давайте 9. Ну, хорошо, давайте 9. Да, 9. Чтобы она старалась на, ну, как... На будущий свой профессионализм свой рос. Неплохая девушка, я думаю. Хорошо. Спасибо большое, Омар. Ну, тогда с вами до встречи, до вручения красных дипломов. Очень приятно. Спасибо. Эксперимент. Сегодня вы узнали о многих полезных и бесполезных вещах. Что покупать, решать вам. Но впереди эксперимент 8. Мы движемся к завершению проекта и скоро узнаем, кто одержит победу и отправится на остров от компании Holiday. А меня с собой возьмете? А что будет главный приз? Туристическая поездка? Здорово. Ну, спасибо компании Holiday за предоставление такого подарка. А я помню, как-то отдыхал тоже. Круто было. Но не об этом сейчас. Это проект «Эксперимент». Руслан Костов. Выживший после конца света. До встречи на финале. С Новым годом, пупсики.
Один из лучших ведущих Украины Руслан Костов представляет. Проект RK Revolution Studio. Школа ведущих и конферансье. MC и диджеев. Радио и телеведущих. Уникальная система обучения включает в себя участие в телевизионном проекте «Эксперимент» и дальнейшее трудоустройство в системе RK Revolution Studio. Набор по телефону 792-2908 или на сайте www.rk.ua.